560 миллионов долларов помощи от США Украине, утвердил Конгресс. В новом федеральном бюджете Соединенных Штатов предусмотрена как минимум такая цифра. Законопроект еще должен подписать президент Трамп. Согласно документу, 410 миллионов выделит Госдеп, а 150 – Пентагон. И именно эти средства пойдут на развитие обороны Украины. Правда, отдельным пунктом прописано, что на них нельзя закупать переносные зенитно-ракетные комплексы и вооружать батальон «Азов».